Русское кино в жопе. Русское кино в жопе. Привет, приятно видеть вас на Ленфильме. Да, взаимно. Багажник все поместится? В Кодиак, да. Все. Этот небольшой слайдер, да, берем? Вот этот небольшой слайдер. Да. Небольшой вот. Слайдер. Да-да-да. Свадьбу едем снимать. Так, все. Загрузились, погнали. Тот же самый Буслов, когда снимал какой-то сериал «Родину», он, кажется, снимал. У него было это изначальное условие, что не больше 5 минут времени выработка. Mm-hmm. Поэтому это вообще красота была. Но все равно мы снимали говна такого. Все, в нашей команде прибыло. Кто у нас тут? Дмитрий Просянников. Это известный в узких кругах оператор-постановщик. Да, я тоже тут, только меня переместили на заднее сиденье. Да, режиссер он у плейбека. Хочется застать, чтобы было совсем черным. Вряд. Но его ты не сделаешь черным. Да на постели все. А хотя если мы туда отъедем, там может быть и будет черный, это же Выборг. Дима, ты ешь эту курочку вообще? Он издевается. Да, издевается просто с запахом. Я не могу, я на заправке тоже съем тогда курочку. Не надо мне сникерс давать. Так, нам бы до заправочки доехать. Так, ну что, вот нас одели. Сейчас мы поедем работать. И что ты этим будешь снимать? Комаров. Комаров? Комаров тут немерено. Они просто в пальцы впиваются. И ты понимаешь, что ты кадр не можешь завершить. Факела начнем. Как тебе вот такая картина? Красиво. Красиво? Самое главное, у нас в кадре их тоже видно. Да? Когда они там летают. А, картинка с Реда, конечно. Рассвет снимать? Да. Все, мы пойдем рассвет снимать. Чай, блядь. Ты должен страдать, блядь. То, что у тебя DJI. Поэтому надо собирать свой кастомный коптер с нормальной камерой. Нет денег на нормальную камеру. Да, кино, сука, дорого. Не снимай. Снимай сериалы, вон, летай на Мавике. Так стоишь на коленях и молишься. Ребят, может, вы пойдете поработаете? Да, мы сейчас... Уникальная камера с уникальными вот клавиатуры. Это специальная липучка, чтобы комар носа не подточил. Так, про камеру все понятно, про объектив. Кубрик, Тарковский, Диккенс. Ты готов? Да, да, готов. Выставил композицию? Да, да, да. И начали. Поехали. Опа. Ну, тут, наверное, все-таки из-за труб. Что-то из-за труб. Смотрим. Потому что мне казалось, он тоже колбасился, когда ехал. Прям чувствовалось, как будто что-то. Не, темноват мне немножко. Я убрать не буду. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. Я сам по себе, я на веселе, на лайте подвигаться.
Мое самое любимое действие, это когда собираемся и едем домой. Да. Зоркий глаз сделал, все нормально? Все забрали? Окей. Отлично. Все. Прощай, наш заводик любименький. Надеемся, будешь лететь. Воу-воу-воу, а что там такое? А что не положили? Понаберут от пивного ларька. Вот доверь.